Выехали мы с Анечкой на рыбалку. Едем по каким-то таежным. Уже заблудились, а едем битый час. Куда едем, непонятно. Навигатор нам показывает что-то куда-то. В общем, подойди. Аня, ты уверена, что мы на рыбалку едем? Ой, не знаю. Хоть бы доехать. И нигде не застрять. Застрять, ребята, можно здесь вообще реально. Айда строить домик! Санечка, мы поискали хорошее место, где можно поставить палаточку. Ну вот под такими красивыми сосенками мы нашли пейзажное место. Сейчас вот Анюта почистит снег, поставит палатку. Я постелю подушку и можно будет поспать. А что у нас? Уже окунь есть? Поесть есть. Так что все хорошо. Приглашаю в гости. А у нас еще один строитель. Он черненький. Так, подготовка жильцов. Немножко нужно нам живчиков с собой взять. Путь, дорожку. Да, Анюта? А? Живчиков. Ты взяла живчиков? Да, все взяла. Кушать. Много взяла? Ну, нормально, хватит. Хватит? Ну, а мы гоняем с ним доход. Хорошо. Мамушка вставляет живцов. Сопли, Аня, подотри. Ну-ка, все скрестили так кулачки. Подожди. Вытащила, вырвала. Я говорю, подожди. Хотя нет. А, нифига себе. Вот это да. Стырил живца. Да, стырил, нет. Подними его повыше. Вот это да. Первый окунек, белобрысый такой. Вот это тут окуни. Ура! По чинам? По чинам. Ну все, поехали домой. Ты поймала, наловилась. Тоже домой? Я только приехала. Давай. Друзья, на 5 секунд отлучились. Ровно на 5 секунд. Вообще, быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть флажков стоит. Так не бывает. Ну что, скрыть? Так, нет, вот оно. Ага, съела. Одевай. Съел. Конечно, тут надо подсекать его. Нет. О, надо покрупнее. Давай покрупнее. Конечно, там все с ума сходят. Слушай. Канечка одевает живчика и опускает его. Более зверско. Луночку. Так. Тогда. Пошли дальше. Побежали. Проверить. Ага, давай. Видишь, снег пошел и рыба пошла. Давай, сейчас будем бегать, проверять, мучиться. Окунь. А, нет, да, окунь. Окунь размотал. Идет. Смотри, сколько намотала. Ох, щучка. Щурагайкин. Щурагайкин. Беленький, беленький. Покажи беленький, ага. Щурагайкина. Ну вот, теперь почти ты уже нам... и поймала первую щучку. Да. Эй, отдай. Отдай, щучка. Ножницы дать? А? Ножницы дать? Нет, я так. Ты так? Я так. Я бы, конечно, тебе ножницы дал. Надо мне. Еле он держится. Еле держится? Ага, да. Ну, вот, давай, молодец. Вот у тебя поперло прям. Да рыбацкая. Говори, давай, сейчас я тебя
обрыблю, хочешь? Не, пока ты не наловилась. Не, я еще не наловилась. Вот поэтому я 4 раза ездила и 4 раза без рыбы. Достанешь тройку, тогда я уже подумаю. Ага, главное ее упустить. Ну это достать, самое главное. Да ладно. Это я же самое еще упустить главное. Могу. Так. Так, ну я думаю, тут столько хватит. Ну я уж не знаю, ты же проверяла. Да, сейчас. Опускайте. Берем самого жирного живца. Ну не самого, но самых жирных. Хорошенького. Да. Своими женскими ручонками протыкаем ему хребет. Хребет не надо. Ну ладно. Без хребта. Под мясо. Под мясо, да. Под плавничок. А то сразу погибнет. И все, на рыбалочку. Ой. На рыбалочку. Рыбка большая и маленькая. Сначала проверила бы. Да. Бегу, вот бежит, бегу, бежит, бегу. Бежит. Тороплюсь. Давай. Ну пробуйте. Здесь может только окунь сидеть. Нет, тоже щука. Щука? Ага. А такая же. Такая же. Бубулька. Ну слушай, на большого живца позарилась. На большого. Блин, все сожрала. Дай сюда. Ага. Сука, подожди. Давай. Ай, тихо, ты мне в этот. Нормально. Пальцы разогни. Подожди, она мне зубы зубами впилась вообще везде и всюду. О, да ты уже и в крови. Ну это нормально. О, вот она. Живца выплюнула. Ага, держи. Ура. Знаешь, такой ходовой живчик вот этот. А что руки в крови-то? Щучьи, ну, или твои? Щучьи в своей, блин. Понял. Ты ж уже, все, понеслась в Ваньке рыбалка. Ты уже постарался, все, обкровилась, обрыбилась. Да, все, обрыбилась. Теперь должно быть все крупнее и крупнее. Да. Сейчас. Давай. Давай. А тут, по-моему, никого. А, тут вообще зацеп. Да ты что, заодно? Да, заодно. А вот зацепа мы с собой не взяли. Ладно, надо у мужиков спросить. Коряга. Да нет, должен отцепиться. Коряга. Желтая леска рулит. Посмотрим, что она тут нарулит. Никого. Ничего не рулит. Не рулит. Не рулит. Тут эти фокусы не действуют. Почему? Бывает, иногда действует. Ага. Главное, желтая, чтобы настроение леска не уменьшалось. Желтая леска не в тренде, значит. Нормально все. Просто пролетала мимо. Она, скорее всего, там на тех двух схватила. Сейчас вон еще, Анечка, два флажка. Буквально вот полчаса, да, и смотри, ну, пока сразу мы палатку поставили. 6 флажков. Погнали, друзья. Тут тоже. Кого? Ага, жульничала. Жульничала. Ой, слушай, вымотала все. Сейчас главное, чтобы не уцепила, не утащила никуда. Так. Ну, в камышике. А, ну тут, видишь, живец большой, поэтому. Ага. Но пожамкала хорошо. Хорошо пожамкала. Щучка не крупноватая. А? Щучка не крупноватая, поэтому все, что успела с дуру, то и схватила. Анна выехала первый раз в этом году на рыбалку. Точнее, мы уже ездили. Мы просто там не снимали, потому что там ничего не клевало. Вот. А вот сейчас вот мы выехали. И палаточку поставили в очередной раз. Ну, вроде так, бы клюет. Побежали. Давай. Он мне прям хочется, чтобы ты... Борода. Бородой. Борода. Ага. Ну, тут, правда, такая леска. Ну, тут леска удачная. Она... Да, леска супер. И, кажись, даже что-то тут... О, хорошая. Ну это что, полторашка? Нет, это двушечка. Да не, полтораха. Подвушечка. Да, ну ладно. Двушка. Ай-яй-яй, тихо. Вот она тебе и собрала. Да, двух. Вот она и собрала. Молодец, поздравляю. Спасибо. Как раз на снег. Вот да. С увеличением рост пошел. Эта леска очень удачная. Она, как говорится, себя зарекомендовала. Я поэтому очень хорошо над ней поработал. Давай, молодец. Потом побежали. Давай, опять флажок. Да что такое? Блин, еще и снега столько очень много.
Бегать-то тяжело. Подбегаем. Рано? Рано, да. Рано. Ну это нормально. Сейчас разберешь. Такой беленький. Думала утащить живца. Ага, сейчас. Так, я тебе и отдал. Где я крючок-то дел? Серая щука, отдай живца. Такая вот щурогайка. Живца покоцала, покоцала. Всего. Бедолага. Разгрызла всего. Ладно, пусть воробушки съедят. Щука есть. Мелковато. Нормально. Ждем дальше. Что тут еще у нас заниматься хочет? Время к обеду. О, у нас сработка. Прям на глазах. Видали, друзья? Видал, видал. Я думал, они сработают. Живца бери! В общем, мы бегаем, как лоси. То окунь сбивает, то щука сбивает. Ну, пойдем-то посмотрим, раз уж я включил камеру, и она прям на глазах взяла. Значит, быть щуки. Иди прям туда, Аню. Ну давай. Хоть наконец-таки. Петровича сработало. Отдаю хозяину. Я тут отказываюсь. Это я к тебе подарил. Не-не. Ты давай. Первая поклевка твоя. Сейчас посмотрим. Что тут, как тут? Никого. Никого? Попробовал? Надо. Потому что то, что там она поест. Пока поест, уже ничего не будет, да? Конечно. Нижнее подсекай. Так нет, я-то подсекла. Понятно. Да. Ну вот так вот мы бегаем. Флажки все встают. Видишь, какие небрехиты. Да, точно. Флажок за флажком. Только успевай бегать. Опа, вытянула щучку. Вытянула щучку. Вот эта щурогайка бегала такая. Молодец. Так, у Анечки опять. Слышь, только мелких выпускай, а то, блин, что с ними. У меня щучки нет.
Щуки нету. Что с ней делать-то, с этой щукой потом? На котлеты разве только что. Фух. Анютка сейчас достанет. Есть? О, хорошенькая. Молодец. Прям везет тебе. Умница. Ну вот, Анечка поймала еще одну щучку. Прям ловит и ловит, ловит и ловит. Так, Анютка бежит. Бегу. И там, сейчас, смотрю, еще один стал. Да ты что? Сейчас придется еще за живцом ехать. А нет, есть? Есть. Ага, все, блин, растащила. Мелкая. Ух ты. Хорошенькая вот такая. Да. Тушка. Тушка полностью размотала, прикинь. Обалдеть. Ну я и вот такого живца сюда принесла. Сейчас. О! Давай. Давай. Чтоб она уж обкушалась прям. Да, да не говори. Чтоб... Главное, чтобы не подавилась. Это точно. Ну давай. Что, сильно? Ты живца, слушай, сожрала. Сожрала? Давай, да. Вот блин. Голодная, что ну, ли? Ну слушай, все зубы, все. Да, вот смотри, да, как режут прям вообще. Дать кусочки. Ну, не знаю. Давай. Даю. Да, я... Вот здесь игрохода, берите. Да, бери, не хочу. Да, бери, не хочу. Ну, как можно вот так бегать маленько. Флажки за флажком. О. Есть? Да, есть, ну такое. Окуневое. Окуневое. Окуневое! А тут малюсенький живец стоял. Ну давай, полосатый зверь. Будешь у нас. Что мы там делаем? Потрошим его на филе на и филе в пиляре. Ой, меня слюги текут. Ой, вкусно. Что, опять флажок, что ли? Не-не-не. Нет? Молодец. О, вот так. Молодец, рыбачка. Так, ну что, идем? За леску его держать, Петровича-то. Так вот, да, придерживай эту шубкатушку. О, есть. Щурогайкин. 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 Ну вот, пока шли, она бах и попалась. Прямо на глазах. А мы уже собрались идти домой. Вечерний клёв, наверное. А у нас тут... А у нас тут флажки горят. Здесь? Ну, там... Дай, пожалуйста, твой инструмент, а то, ребята, все зубы. Крутёво. Все зубы в наличии у щуки. Вообще... Полная пасть. Ай. Полная пасть. Какая полная пасть, да. Такие детеныши. Но так как мы давно не были на рыбалке, сейчас эта щука вся пригодится. Ага. Это точно. Молниеносно схватила. Да. И живец живой, да? Да. И вот смотрите, зубы все. Даже у мелкого. Отлично. Вот прямо, вон они. Не шатаются, ничего, прям вообще. Так, живец приходится, который есть, а то у нас уже только сухой живец остался. Вот, твои жерлицы сработали дважды уже. Ну да. Пускай все время работает. Так. Выставлять-то знаешь как? Ну, сейчас выставим, покажи. Крайний флажок опять сгорел. Встал опять. Так, тут большой живец. Вот такой. Ага, может быть, крупная щука пришла. Нет, живец сам сбежал. Сам сбежал? Да. В смысле? Вот, видишь, живец большой? Нет. Он сбегает от такой щуки. Понятно. Трусишка. Вечерело. О, еще один встал. Два, вижу, вижу, вижу. Я только камеру включил, сразу второй поднялся. Вечерело. А мы все... Три. Давай три. О, боже мой, еще снег ходишь, месишь. Далеко жерлиц поставили. Приходится бегать. С этого? Да давай, пофиг какую. О, хорошо. Хороша. Ой, сразу отцепилась. Ага. Главное, живца отдала. Посмотри, живец на месте. Да, да, живца отдала. Ну,
Тогда тоже тут хороший живец, я тебе хочу сказать. Ну, он такой самый ходовой елец. Ага. Фух. Как всегда, самая последняя. 3-килограммовая щука. Прям вообще. Я не говорю, одна крупнее другой. Одна крупнее другой. Ну, я счастлива. Кому не нравится, пускай не ест. О, да. Сейчас мы здесь поставим, и вон еще крайняя горит. Значит, надо, может быть, сюда еще просверлить? Да, надо, слушай, наверное, менять. Она... Ну, давай, давай! Все готовы? Да, все. А тут просто живец. Тут, видишь, он, это он, скорее всего, поднимает. И это... Ну, не факт. Да. Могли просто впасть, не помещается, они его схватили и бросили. Но это нормально. Приехали мы, значит, на вечернюю проверочку. Смотрим, а время-то всего лишь полшестого вечера. Да. А ночь-то темень непроглядная. Непроглядная. А у нас движение стоит. И никого. Никого. Да, тут, по-моему, жилет на желтой леске. Полная размотка. Даже крупный жилет. Тащила, что ли? Да, смотри, тащила. Кушала. Что оно тут? 7-5 метров, что ли? Ну да. Там она еще, может, и сидит. Мы просто может. Не домотали. Не домотали. Может, да. Окунечек сидит? Да нет, он просто зверь. Зверь. Да, силов не хватило. У щуки. Или окунёшки. Там сейчас Анечка выставит. Слушай, так-то далеко тащила. Ну, туда, на другой конец озера. Ну, пускай идет налей теперь. Это одна опустила. Ну, пойдемте. Посмотрим, что у нас на этой жерлице. А на леди сколько наступало. А, да, еще одна. Такая же. Такая же история. Ага, история. Ну, в общем, у нас вечерняя проверка пока пустая. Пока все на месте. Да. Проходим дальше.